В Нигерии произошел очередной теракт. Две смертницы подорвали себя на рынке в городе Майдугури. Девочкам было всего около 7-8 лет. Как передает Рейтер, погибли 3 человека, еще 17 получили ранения. При этом местные жители сообщают о 9 жертвах, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственности за атаки. Власти не исключают, что за терактом могут стоять радикалы из Боко Харам. Боевики регулярно совершают вылазки, жертвами которых становятся десятки нигерийцев.